Здравствуйте, друзья. Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают в высоту. Садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня команда применит на эту встречу. Посмотрим на состав Ювентуса. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают в высоту. Садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня команда применит на эту встречу. Посмотрим на состав Ювентуса. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают в высоту. Садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня команда применит на эту встречу. Посмотрим на состав Ювентуса. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Здравствуйте, друзья! Мы с вами на стадио Олимпико. Тут и бегают по кругу, и прыгают в высоту. Игра началась, смотрим. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Будут вбрасывать мяч из-за боковой. Марко Пароло. Снова придется вводить мяч из-за боковой. Томас Стракоша.